Сейчас уже 1:10, то есть у меня ушло 8 часов, даже 9 часов, чтобы приехать, поставить палатку, обустроиться, по дороге я спилил одну лисину, вот, сырая, ну то есть этот валежина. Потом у меня у снегохода балансир задний расшатался, и поэтому я вот подтягивал очень долго его. Потом по приезду я поставил палатку. Ветер страшный сейчас у нас. Палатка с трудом поставилась. Полы с последней нашей рыбалки не успел я их подсушить. Они были приклеены, и пришлось растапливать печку и отогревать полы. Но так как полы были склеены, а дрова были сырые только, пришлось ездить еще за сухими дровами. Это еще другую сторону. Короче, приехал, растопил, полы отошли. Я все вещи вытащил из палатки, полы постелил. Ну, ветер мешал, конечно. Что сделаешь? Потом печку обратно занес, все поставил. Печку раскочегарил сейчас. Вот кровать сделал, вещи все занес, все уложил как положено. Вот стол поставил, налил чайку. Попил кое-как. Ну и все, уже сил нету вообще. Даже рыбачить нету. Вот сейчас лунку сделал, вот. Сижу возле нее, думаю, вот, рыбачить или нет. Ну, утро вечером мудренее, думаю. Вы все со мной согласитесь. Надеюсь, сильно меня не будете ругать за то, что я не стал рыбачить. Просто я очень сильно устал, ребята. Давайте лучше я утром проснусь и половим мы с вами в этом месте сигов. План у меня обширный. Буду ловить щуку, искать окуня, сига, ясь, плотва. Все, что попадаться будет, все будем ловить. Пытаться поймать. Будут подводные съемки. Взял квадрокоптер. В общем, очень серьезно подготовился. Серьезно подошел к делу. Дмитрич Яныч вчера вот приезжали. Ну, Иван Семенович должен подъехать с этого. Послезавтра. Гаврил Янович не сможет, потому что он вышел с отпуска на работу. Но они с Дмитричем, наверное, к концу недели подтянутся. Я выехал на несколько деньков посидеть, порыбачить, поэтому будет несколько серий, сразу предупреждаю. Вот. Сейчас я еще чайку маленько выпью. И, ребят, лишь извините меня, может быть, я немножко посижу, попробую, не знаю. А может быть, сразу спать лягу. Ну а утром мы уже посмотрим, чего тут пурга намела. По прогнозу 5 дней будет ветер. Поэтому, ну, посмотрим, что получится поймать. Рыбалка будет опять у меня как благотворительное. Я хочу всю рыбу увезти и отдать нуждающимся семьям, которые матери-одиночки, которые воспитывают по несколько детей. Есть, к сожалению, такие люди, ну, как бы семьи такие неполные и многодетные, где одна мать воспитывает. Вот. Поэтому
чем можем, тем и поможем, как говорится. Вот. Ну что же, пожелайте нам удачи. Поехали. Да, друзья, ветер, конечно, страшный. Но предупреждение было, что будет ветер. Посмотрим, как надолго. Ну все, ребята, я на боковую. Решил я спать лечь, потому что сидеть бесполезно. Проснемся ночью. Когда наступит холод. Проснемся ночью. Сейчас 2:30 ночи. Пару дровишек подкину и спать. В общем, ни одной поклевки не было. Все, я уже сплю, у меня уже глаза красные. Устал. Давайте. Итак, дорогие друзья, вот и настало утро. Я буквально только проснулся, продраил глаза, оделся, закинул последние 2 дровишки. Вот. Ну, сейчас я пойду заготовлю дрова, потому что все дрова я за ночь стопил. Сейчас у нас уже 10 часов утра. Спал я довольно плохо, потому что как только заснул, часа за 2 до 5 утра я просыпался, наверное, раз 20. Не из-за того, что холодно в палатке, а из-за того, что вот этот ветер просто, он был ночью вообще шквальный. И постоянно я из-за этого просыпался. Что палатка очень сильно шумела. Там у меня даже тент скинуло. Сейчас я это выйду, посмотрю. Так, это у нас что такое? Там появилось. Вроде вчера не было. Но вчера было темно. Мог не заметить. Thank you.
вот и все. Заготовили дрова. Под вечер надо будет еще съездить. Пол сушины там осталось. Так, ну что, теперь вы видели все в вашей жизни. Вот так мы и рыбачим, собственно. Но лед уже довольно толстый. В прошлой рыбалке, оказывается, не все подводные кадры смонтировал, загрузил. Вот остатки, которые были на последний день съемки, остались, к сожалению, забыл. Но если кому интересно, можете это все посмотреть.
на втором канале клевая рыбалка Life называется. Так, ну вот вышел. Такая вот погода. Сделал небольшую ветрозащиту на петличку. Не знаю, поможет ли она. В общем, рыбачим вот в таком месте. Посмотрите. Дмитрий с Янычем вот там вчера рыбачили. В прошлый раз. Позавчера. Я вчера проехал мимо этого места. Ну вот отъехал метров, наверное, на 100. Но что-то разница особо очень сильно отличается. Тут не ловится, там ловится. То есть ловилось. Ну пойдемте проверим. По мелочи взял тут. Сегодня будем рыбачить на протоке. Эта протока обрывается вон в том месте. Рано. Ну как сказать рано? В середине лета, наверное, где-то. Как вода вот минимум становится. И рыба здесь, походу, застревает. Ребята тут каких-то кустов понавтыкали. Не знаю, для чего это сделано. Ветер жесткий. Вот, смотрите. Буду стоять спиной к ветру. Посмотрите, вот снег с песком. С песком, со льдом. Со всяким, короче, шлаком. Давайте здесь попробуем. Лед вроде чистый, черный. Какие-то вкрапления во льду. Вы мне пишите постоянно, чтобы я в лед вбуривал рядом. Конечно, все это круто. Хотелось бы так делать постоянно. Но тут, чтобы одну пробурить проблему, дочистить, то есть до льда.
не то что. Попробуем, давайте этот балансир. Ну сейчас порыбачим, насколько батареи хватит, посмотрим. Найду я что-нибудь или нет. Бур уже весь закопало буквально за несколько минут. Там минут 5 посидел, наверное. Так, давайте-ка. Здесь. Замучило уже зацепляться.
Ну что, продолжаем рыбачить палатки. Потому что снаружи рыбы тоже нету. Ну, две лунки сделал. Третью пока не вижу смысла делать. Посмотрим. Если двух нету, то и в третьей не будет. Ну что, блесна вся обледенела, поэтому ее сейчас надо просто отогревать, не знаю, хоть на печку ставь. Вот, ужасное обледенение. Так, короче, сидел и психанул. Магнум. Вытащил магнума. Так. Ну что, такой вот ужин. Гречечка, сальце, чай, там еще закусочка. Итак, друзья, решил сделать переезд. Кое-что собрал уже потихой из вещей. Что-то сейчас дособираю. В принципе, если я решил, что надо переехать, то обычно беру это и делаю. Сложность просто будет вся заключаться в том, что установка палатки в ветер, ну такой ветер с порывами, в этом будет сложность заключаться, и полы приклеивание будет сложно. Ну, ничего, как-то же я все это сделался. Так, сейчас я... моя задача сейчас все собрать. Выйти, сначала стряхну, выйду с саней все. Сейчас все уложу. Так, чик-чик-чик-чик. Ну что, куда? В основном буду два рейса делать. Сначала вещи увезу туда, поглубже. Под этот... под обрыв. Потом приеду за палаткой, за полами, наверное. Еще там лисину надо по пути забрать, съездить сухую. И эти сырые тоже забрать нужно. В общем, вещей немало, поэтому надо шевелиться. Снимать, наверное, не буду, потому что либо переезжать, либо снимать, это тут, короче... Если я буду снимать, то я сегодня никогда не уеду отсюда. Сейчас у нас время без 10:07, но где-то в 7 начну переезд. Посмотрим, во сколько все это закончится. Ну давайте, может быть, порыбачу. Уже наконец-то что-нибудь поймаю, а то уже столько мурыжу всякое, все подряд снимаю, поэтому извиняйте, но это тоже надо снимать. Та-дам! Вот и я.
Ну что, переехал в новое место. В общем, смотрим время. Время 20 минут 10. 20 часа. Нормально. Быстро управился с переездом. Сейчас я все расставлю, потом выйду на связь. Здесь у нас глубина. Там я сидел, было метра два. Здесь уже... Угадайте, сколько здесь, пишите в комментариях. Вот, сейчас пробурюсь. Поставлю все по новой. Кровать, стол, короче, и тому подобное. Потом включусь. Опять устал жестко. Пока съездил за поленом, все замело, дороги не нашел. Крутанулся там два раза. Нашел сушину эту, забрал. Приехал, вещи все скидал, приехал. Там в одно место пробурился. То есть хотел пробуриться, там был песок. Потом чуть дальше сюда проехал, здесь пробурился, здесь вроде нормальная глубина. Вещи выгрузил, поехал, съездил за палаткой. Разобрал палатку, закинул, привез сюда, поставил палатку. Вещи все стаскал, короче, печку пока раскочегарил. Это целая история. Ну вот. Это очень быстро я еще все сделал. Так, ветер прям задувает нашу форточку. Закрываем. Так. Так. Дальше идем. Что у нас дальше идет? Сейчас быстренько штатив поставим. Кто-то там хотел показывать побольше сюжета, чтоб меньше рыбалки, больше сюжета, где сюжетная линия, все дела. Вот сейчас я показываю сюжет, смотрите. В принципе, можно было часа на два растянуть. Такой сюжет получился бы прикольный. Но... Так, ручка отвалилась, штатива. Нормально. Короче,
6. Устал. Наконец-то. На выброс. Ну все, наконец-то можно хоть присесть. Ой. И обязательно чаю надо. Чаю. Тушняк начинается. Жесть. Ну чё, все, начинаем рыбалку. Так, весь в предвкушении чего-то хорошего. Минут и замесил тесто. Давайте попробуем. Палатка маленько остыла. Сейчас удочку закинем, погодя чуть-чуть закормимся. Так, что она там? Собирается, нет? Пошла. Доброе утро всем, друзья. Всю ночь простояла удочка. Абсолютно никаких движений вообще. Я даже ее привязывал тут, чтобы она, не дай бог, ее никто не утащил.
Но, по всей видимости, она никому не нужна, потому что никто не хочет клевать, не собирается. Вот, в связи с этим будем сегодня продолжать искать рыбу. Вот в ваших комментариях постоянно часто проскальзывает: а что там ловить там у вас на банку клюнет, там можно на голый крючок и тому подобное. Вот, пожалуйста. Уже сегодня какой день? Так, второй день. Второй день ни единой поклевки. Сейчас буду блеснить буду, пытаться. Так, что же, трава у нас главное, что есть, еда у нас есть, все нормально, друзья. Сейчас буду завтракать, попробую маленько порыбачить, позавтракаю потом. Ну что, свободные люди, отдых, зато такой сон, сколько разных снов. Печка не дает заскучать. Нормально, в общем, рыбачим дальше. На позитиве. Что-нибудь поймаю, включусь. Да неужели за столь долгое время первая поклевка, друзья? Ха-ха! Прикол. Я тут уже и прикормку начал делать, короче. Рыбы-то есть, оказывается. Так, ну что, забираем. Сейчас буду думать, что с ней делать. Наверное, жерлицу надо заряжать. Пока пусть там побарахтается. Сейчас сюда закинем ее. Пусть тут живет. Такая сороженка попалась. Фу. Как? Каким чудом? Здесь, оказывается, есть рыба, ребят. Просто в шоке. Я просто в шоке. На вторые сутки я поймал рыбу. Yes! Сам себя поздравляю просто с этим. Так, окунь подошел, стоит. Что-то не берет совсем. Хороший такой окунь. Не маленький. Ну вот, друзья, как говорится, сбылась мечта идиота. Попалась мне рыба. Сейчас я закормлюсь. Сделал вот. Володя тут не оставил свою эту прикормочку. Сделал для рыбы подкормку. Сейчас закину на дно. Кормушкой опущу. И будем рыбачить. Жерлицу я поставлю здесь, в этой лунке. И, возможно, если поймаю еще одного живца, я поставлю там еще одну жерлицу. Ну, посмотрим. Или, может, поблесним, здесь будем блеснить, там жерлицу туда переставим. Или так, как получится, в общем.